Приветствую вас. Давайте попробуем прислушаться к себе. Давайте попробуем послушать себя и свои чувства. Давайте попробуем быть повнимательнее к тому, что вы чувствуете. Вот вы говорите, что мне не хватает что-то для счастья. Понятное дело, что мы не знаем, мы не можем знать, что именно вам не хватает для счастья, потому что мы не вы. Но я точно знаю, что вы можете это увидеть. Для этого не нужно бежать от вот этого вот чувства, которое вы испытываете. Это чувство, которое можно назвать, ну, недостаточное счастье, да, вот вы недостаточно счастливы. Вот. Не нужно убегать от этого состояния. Наоборот, позвольте этому состоянию течь сквозь себя. Позвольте ему объять вас и прочувствуйте. Прочувствуйте, что же вам не хватает, чего же вам хочется, что же вам нужно еще, что омрачает, может быть, ваше чувство счастья. Какое это чувство? Страх, фрустрация, ненависть, злость, гнев, раздражение, боль, обида, нервозность, тревожность. Что это за чувство? Пытайтесь выделить его отдельно. То есть, чтобы вы могли при его, например, наступлении, при его появлении, чтобы вы могли сказать с уверенностью, что вот оно. Это чувство, я его испытываю, сейчас я, да, там, грубо говоря, ну, по какой-то причине, да, например, тревожу. То есть постарайтесь увидеть свои ощущения здесь. Постарайтесь их ощутить. И дальше вам нужно будет по нарастающий, или лучше будет сказать, наверное, по восходящей, смотреть, к чему уходит ваше чувство, к чему оно восходит, к чему оно привязано. Может быть, к какому-то человеку, а может быть, к какому-то событию. Может быть, к какому-то обстоятельству, а может быть, к группе обстоятельств. Подумайте. Подумайте о том, к чему привязано ваше это чувство. А после расщепите его. Есть, грубо говоря, вы. И есть вот вы, есть то, что... то, что, например, вам хочется, то, что вы желаете, чем вы дорожите, например, и так далее. И есть то, что воспринимается другими людьми. И вот то, что воспринимается другими людьми, вам нужно отделить от себя.
отделив это от себя, вы отпустите все инородное, и если вы примете только то, что касается вас, то вы сможете увидеть, что именно вы в силах сделать для того, чтобы быть счастливым. Ну и я полагаю, что обязательно нужно сказать о том, что счастье не является каким-то постоянным чувством, счастье является скорее таким, знаете, промежуточной эмоцией. То есть счастье, к сожалению, не то, что вы будете испытывать постоянно и все время. То есть это может быть чувство удовлетворенности, это может быть чувство наслаждения, это может быть чувство гармонии. Это может быть вот подобное может быть. Но говорить о том, что вы будете испытывать чувство счастья все время, постоянно, нельзя. Поэтому, если вы рассчитываете на то, что чувство счастья будет с вами всегда и все время, то здесь вы, к сожалению, ошибаетесь, это невозможно. Невозможно испытывать чувство счастья постоянно. Поэтому ориентируйтесь здесь на то, что не то чтобы за счастьем нужно гнаться. Понимаете, чувство счастья не нужно делать самоцелью. Это, на мой взгляд, очевидно. Но можно и нужно делать то, что вам нравится, то, что вы хотите. Можно и нужно быть свободной. И если вы будете свободны, то и счастье вас не оставит. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.